Доброе утро всем. Вот так наступает утро доброе. Все потихонечку просыпаются. Деток ведут в детский сад. На улице еще темно, а детки уже бегут в садик. Девочки, доброе утро. Так, Анастасия спит, решила кашу сварить. Вот такую она вчера купила крупу. Я не любитель, конечно, вот таких вот быстрого приготовления каш. Но Настёна решила попробовать именно такую. Она каши вообще не особый любитель каш, скажем так. Только манную кашу ест и гречневую. Ну, на молоке только манную, а так гречневую. И вот говорит: мам, хочу научиться готовить каши. Но, говорит, хочу попробовать вот пока на кашах быстрого приготовления. Купила себе вот такую коробочку. Хотя можно было овсяную-то кашу варить сразу. Обычные геркулесовые хлопья. Была в гостях она у своей подружки, та ее угощала вот такой кашкой. И Настя тоже решила попробовать. Ну, давайте и мы попробуем, что это за каша такая. Хоть я и не люблю каши быстрого приготовления, но попробуем. А, она не в пакетиках. Она россыпью, но написано, что резаные хлопья. Ладно, давайте нальем молока. Посмотрим, что это за каша. Молоко немного разбавлю водичкой. Вот и кашка готова. Осталось только закинуть маслица. Постояла, нагрелась хорошо. Все, загустела. Сейчас разолью по тарелочкам, положу по кусочку масла и будем завтракать. И вам, девчата, приятного завтрака. Позавтракав вкусной кашей, отправились мы с Настёной на поиски штор. Поехали мы с ней на базу на Спандаряна. Там у нас баз очень много находится, и продуктовых, и мебельные базы, и с обоями, и с текстилей, в общем, чего только нет. Ну и самым первым нам попался магазин мебели. Мы зашли туда посмотреть обувницу для Насти, посмотреть диваны, какие сейчас есть модели, ну и в принципе посмотреть, что это за магазин. Территория огромная, много кухонных гарнитуров, много диванов, кроватей и детские, и взрослые. Также и дамские столики, вот Настя как раз таки возле него стоит. И хочу сказать, что магазин больше похож на магазин, как вот раньше были эконом-мебель. Я не знаю, сейчас есть такие магазины или нет, но вот этот магазин напоминает мне именно такой. В принципе, по ценам здесь, не знаю, конечно, как в городе, но, как мне показалось, цены приемлемые. Табуретки, стулья, кухонные гарнитуры, столовые модули. Скидки есть 15% на данный момент действуют, поэтому вот для вас чисто немного вот так поснимала, нам-то это, конечно, не надо было, но я решила показать и для вас. Ну а потом мы зашли в первый попавшийся магазин штор. Что порадовало, это продавец. Встретила приветливая девушка, которая предложила тут же свои услуги.
мы, конечно же, не отказались от ее помощи. Рассказала нам о качестве ткани, рассказала нам о качестве тюля. Показала Настя ей фото своей комнаты, ну, то есть обои, какие у нее вот эти вот цветные на одной стороне. Вот, объяснили, что нам нужно, что Настя хотела бы, в принципе. Ну и вот, конечно, продавец ей советовала. Очень ей понравилась одна модель. Сейчас я вам чуть позже ее покажу. Ну, модель понравилась по расцветке. Ну и, в принципе, ткань тоже. Хочу сказать, что в Леруа были похожие ткани. Даже можно было бы сказать, что практически один в один с той тканью, что мы видим вот сейчас, да, с теми шторами. Но на самом деле они, конечно, отличаются. Отличаются, видимо, по составу, потому что даже на ощупь можно определить, что ткань совершенно разная. Вот такая ей понравилась тюль. Без всяких рисунков, она в мелкую-мелкую сеточку. Вот, кстати, сейчас я вам показываю. Вот такую расцветку она захотела. В розовых тонах что-то передумала брать. Решила взять вот такой цвет. Ну, не то чтобы взять, а прикинула, да, и ей понравился именно такой цвет. Ну, это я уже чисто для вас показываю, какой здесь ассортимент. В принципе, в этом магазине выбор хороший. И опять же повторюсь, замечательный продавец. Мы сейчас находимся на Спандаряна. Со стороны Шахтеров с Настей зашли. Здесь у нас базы различные, и продуктовые, и по текстилю, и по одежде, и по продуктам. Каких только нет. Вот в один магазин уже зашли со шторами. Показала вам там немножко. Сейчас пойдем еще по магазинчикам пройдемся. По другим. Ну, так вот покажу вам немного, чтобы вы ориентироваться могли. Вдруг захотите сюда тоже забежать за тканями или за сантехникой. Смотрите, вот большой магазин «Очаг». Матрасы, кровати. Вот, дочь, еще шторы, тюль. Пойдем сюда. Пойдем опять на эту сторону. Здесь у нас матрасы, кровати. Ой, семена. Надо мне сюда зайти. Пойдем в семена еще зайдем. Ладно, нет, я сегодня не буду сюда, наверное, заходить, потому что если я сейчас сюда зайду, это будет надолго. А у нас столько времени нет, потому что здесь выбор он огромный. Нет, я сюда потом приеду отдельно. Я дочь приеду сюда. Время не будем сейчас тратить. Ну, надо будет зайти. С 9 до 5 они тут работают. Выходное воскресенье. Так, модная парфюмерия и косметика. Это нам не надо. Так, вот, шторы, тюль. Сюда сейчас пойдем. Посмотрим, что здесь у нас есть. Пойдем дальше сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Возможно снимать, нет? Фотографируйте. Ага. Этот магазинчик небольшим оказался. Ассортимент, в принципе, здесь хороший. Можно что-то выбрать для себя. И тюль, и портьеру. Но в этом магазине нас продавец не порадовал. Как она встретила нас с книгой в руках, так и проводила с книгой в руках. Даже ноль внимания вообще в принципе на нас. Ну да ничего, мы не обиделись. Выбирать все равно нам тут нечего было. Ой. Магазин мегаткани. Я уже ну, там еще шторы видно. Вывеска есть, но непонятно где. Дочь, пойдем пройдем во двор. Там, наверное, во дворе мегаткани. Вот еще шторы. Пойдем сюда сразу. Потом туда, на ту сторону пойдем. И вот еще шторы плюс. А как нам посоветовали магазин называется? Вот этот Chic Modern. Вот нам посоветовали вот в этот магазин заглянуть. Молодой человек посоветовал. Пойдемте.
да, нам только бусинки надо. Жемчужинки. Прикольно. Здравствуйте. Что-то подсказать вам? Да, нам портьера нужна и тюль. Ваш магазин посоветовали? Да. Портьера и тюль, пожалуйста. Вопросы есть к ней. Ой, портьера, там тюль, портьера. У вас съемка не запрещена? Спасибо. Разрешили поснимать для вас. Покажу вам сейчас красоту. Смотрите, какая красота. Тюли большой, конечно, выбор. Да, тут, чтобы все просмотреть, тут надо много времени. Тут только с консультантом можно что-то выбрать. Потому что, конечно, выбор колоссальный. На любой, как говорится, вкус и цвет, и кошелек. Поэтому тут надо только с консультантом. Лен 3700. Такой красивенький. Нежные. $300. Тут такие с рисунком есть. 650. Тюль. Лен. Вот однотонный, как Настя хотела. Без всяких рисунков. Турецкий. Тут такие цветные. Сейчас в зале светло. А вот тут розыка. Да ладно. У меня руками не трогает. Ну ты хотела же такой холодный. Рогушку опять хочешь? Ну вот рогушку я только на кухне повесила. Ну на кухне ты синий цвет, вон тот же хотела. Вон тот синий мне нравится. Какой? Мне синий. А, ну да, ты же такой хотела, точно. Кстати, очень хороший магазинчик, порекомендую вам, если кому надо шторы, прям магазин шикарный. Приветливый продавец, очень грамотно консультирует. И я хочу сказать, когда вот такой огромный ассортимент в небольшом помещении, то очень тяжело вообще что-либо там увидеть. Поэтому, когда на помощь приходят продавцы-консультанты, то, конечно же, за это им огромная благодарность. Мы потратили минимум времени своего и увидели все то, что нам было нужно. Да.
эти вот потемнее тоже нам понравились. Ну и светленькие тоже хорошенькие. Думаем, да. Девочки, можете нас поздравить. Мы наконец-то купили шторы. Ну, как купили? Сегодня нам их подошьют, все сделают, и мы завтра их заберем. На Спандаряна. Сейчас покажу вам магазин. Я здесь съемку не вела, потому что мы уже не устали от съемки, если честно. Смотрите, вот так выглядит магазин. Домашняя женская одежда, люстры, свадебные аксессуары. Новые шторы. Вот так вот вывеска у них. Сюда заходите, сразу налево. Огромный ассортимент. Просто вот огромный. Это мы вот во дворе находимся. Сейчас я выйду со двора, еще раз вам сниму. Вот для ориентира столовая, бульвар. Вот. Огромный ассортимент и цены дешевле. Нам здесь эти шторы обошлись практически в два раза дешевле, чем мы смотрели в первом магазине. Те же самые. Вот смотрите, магазин «Очаг». Во двор заходите, и там как раз вот шторы. Видите, большая вывеска висит? Это вот нам, вам туда, если вдруг вам нужны будут шторы. Готовые шторы там гораздо дешевле, чем покупать метражом.